Донецка подвергся очередному обстрелу 26 мая. Погибли три человека. Двое из них находились в этом самом доме. Он полностью разрушен. Осталась только груда обломков. Огонь явно велся из тяжелой артиллерии. Это произошло, несмотря на договоренность сторон отвести тяжелое вооружение. Очевидно, в данном случае ее нарушили. Когда упал снаряд, в этом доме находились отец и дочь, которой было всего 11 лет. Я не знаю, что это за перемирие такое, если такое вот, слышь, семью взяли и убили, а? Это перемирие. Здесь, в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, хрупкое перемирие за последние несколько недель нарушалось довольно часто. Стороны винят в этом друг друга. Роман Косарев, РТ, Горловка.